Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы с вами будем делать маленькие цветочки, которые очень похожи на розочки. Такими цветочками я закрываю в букетах пустые места, пустое пространство. Ну, еще можно их использовать как отдельные цветочки в маленьких-маленьких букетиках. Для этих цветов я использовала бумагу 17А1 нежного молочного оттенка. Вы выбираете те цвета, которые вам нравятся. Итак, давайте начинать. Я беру отрезок бумаги размером 3 на 4 сантиметра. И, как обычно, складываю пополам. И в этот раз я вырезаю круглую форму лепестка, просто скругляя края. Для этого одного цветочка я вырезала одну полоску, разрезала на квадратики и из одной полоски сделала один цветочек. Затем чуть-чуть выше серединки просто растягиваю лепесток. Итого у нас должно получиться где-то 10-11 лепесточков, которые все у нас и уйдут на наш цветочек. За основу я беру просто проволоку, предварительно обязательно сделать нужную петельку для того, чтобы хорошо держался цветочек. Наношу клей на первый лепесток, на нижний край, вклеиваю проволоку и плотно-плотно обкручиваю, закручиваю лепесток и прижимаю хорошо к проволоке. Затем немного еще прокрутила, чтобы клей взялся как следует. И затем приклеиваю второй лепесток, просто его с одной и со второй стороны прижав к нашему так называемому бутону. Все остальные лепесточки я делаю точно так же. Но так как я все свои лепесточки вырезаю на глаз, и они у меня могут отличаться по высоте где-то на несколько миллиметров, я слежу за тем, чтобы верхний край бутона, то есть нашего цветка, был на одном уровне. Приклеивая все свои лепестки, я стараюсь как следует прижимать внизу, для того, чтобы наш лепесточек плотно держался, и таким образом у нас бутон будет все больше и больше открываться и будет смотреться все более пышней. При этом внизу у нас не будет сильным толстый нижний край. Приклеила последний лепесток, цветочек наш готов, и теперь приступаю к чашелистику. Беру размер отрезка бумаги 3,5 на 4,5 сантиметра. Так как у нас розочка небольшая, то и вырезаю зубчики, я маленький и тоненький. Как обычно, подкручиваю, растягиваю каждый зубчик, затем саму заготовку еще немного раз подкручиваю и растягиваю, наношу клей и приклеиваю к цветочку. Обкрутила вокруг цветка, прижала, и чашелистик готов. Теперь листики. Для листика я беру бумагу размером 4 на 4,5 сантиметра, разрезаю по диагонали, и склеивать я буду прожилками вверх. Наношу тоненькую полосочку клея аккуратненько, затем вклеиваю флористическую проволоку диаметром 0,3 мм, накрываю второй половинкой листика как следует, прижимаю и вырезаю форму листочка. Внизу хвостики торчащие тоже подрезаю, убираю их, они нам не нужны, будут только мешаться. Я подготовила три листика и скручивать буду я их тейп-лентой. Тейп-ленту можно заменить на полоску гофрированной бумаги. Складываю три листочка друг на друга и тейпирую. Затем отгибаю листочки и сформировала красивую аккуратную веточку. Затем тейпирую стебель нашего цветочка и с
спустившись где-то приблизительно на 2-2,5 см, я прикручиваю листики. Затем тейпирую полностью стебель и готово. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!